Ну вот я сегодня в Липецке. И буду здесь еще 2 дня. 3. Что-то, наверное, успею нарисовать. Я только сейчас вышел в город. И мое мнение о нем будет отдельным, достаточно интересным. Это центральная площадь. Как всегда, тут Ленин у нас. И церковь. А вот там, напротив, я смотрю, Пенсионный фонд России. Ну что, хорошее сочетание. А это администрация. На первый взгляд мне Липецк, надо признаться, не понравился. Так сказать, любовь с первого взгляда не произошла. Я даже хотел дать название этому ролику «Не любовь с первого взгляда». Именно первый взгляд. Ну, когда начинаешь потом приглядываться, когда тебя начинают потом возить по более интересным местам, то понимаешь, что и здесь есть то, что может привлечь внимание, то, что может понравиться. Но меня-то как раз, как самый объективный взгляд, привлекает именно первый и поверхностный. Вот такой вот парадокс. Что значит поверхностный? Ну вот подъезжаю я на поезде к городу или на автомобиле, и открывается город. Вот едем мы по окраинам, так называемым, хотя не во всех городах есть окраины, к центру. Какой-то общей дороге. И все, что я вижу, производит определенное впечатление. А в Липецке на меня это впечатление было отрицательным, скажем так, да? Ну, все, что я увидел на пути, это такой постсоветский 9-12-этажный панельный город. Такой, каких, видимо, в России несметное количество. Город без лица. Абсолютно без лица, во-первых. Во-вторых, с каким-то полным сумбуром архитектурным, с отсутствием того, что я называю ансамблем, задумкой. Просто вот строится и строится по нужде. Ну, трудно, конечно, говорить о городе, в который только-только приехал первый день. Потом, попозже, в центре города. Но я увидел какие-то более отличимые места. И тем не менее, даже там, где есть какие-то старые здания, полное отсутствие единства. Единство, попытки соединить историю и современность. Сумбур. Одним словом, градостроительный сумбур. Таким образом, ну просто сразу видишь, что отъехав на 400 километров от Москвы, которая для меня на сегодняшний день остается образцом с точки зрения дизайна, градостроительства. Ну, это, в общем-то, и не Россия. Москва – это не Россия. А Липецк – это уже Россия, как и все предыдущие города. Я о нем расскажу наверняка позже. Сейчас просто давайте проедем, как он выглядел именно так с первого взгляда. Может быть, завтра, послезавтра я тут найду что-то более интересное. А пока вот такой объективный, я подчеркиваю, объективный взгляд. Объективный именно потому, что я не ходил и не выискивал интересные места. Я просто видел то, что видит именно открытый первый взгляд. Не предвзятый, без поисков чего-либо. Вот такой этот город. Поехали. Это улица Первомайская.
такая нормальная советская улица. Ну, очень зеленая. Ну, что там говорить, зелень. Зелени везде много. Да, вообще Липецк хороший, как же. Я, конечно, ожидал от Липецка больше оригинальности. Какой-то, не знаю какой. Ну, может быть, мы еще в тот район не попали. Я по Омску ходил 2 дня. Вот примерно так же. Совсем не разочаровался, но там еще хуже. Там вообще все какое-то промышленное было. Ну, потом все-таки вышел я на центральную улочку, но она у них такая полуискусственная почти. Сделанная дореволюционная такая улица. Одна или две, но она одна всего. Как музей все. Она неестественная. Вот это явно старый дом, а это явно новый. Нет, вот тот, который проехали. А это явно новый, стилизованный. А вот опять старый. Вот это вот интересно. Старые. Вот как-то вот здесь, вот мне почему-то в городах нравятся вот такие, конечно, места. Более, ну понятно, где они идентифицируются хоть как-то. Площадь достаточно достойная такая, место центральное. Конечно, сумбур, отсутствие того, чего я называю ансамбль, он как таковой отсутствует, ну, по крайней мере, есть попытка. Да,